Кукольный театр сказки приглашает зрителей на постановки 72-го театрального сезона. В этом году в репертуаре появится новый пластический спектакль «Без слов». В репертуаре театра почти три десятка спектаклей. Их количество только растет. Старые любимые постановки продолжают идти с большим успехом. И ежегодно к ним добавляются новые спектакли. 72-й театральный сезон открыл любопытный «Тигренок Бинки», поставленный по мотивам произведений Дональда Бисетта. У него все живое. У него живые муравьи, деревья, солнце, вода. Вот все-все-все. Об этом мы, в принципе, и хотим говорить со зрителем. Что все живое, хорошо, если ты бережно ко всему относишься, то, что тебя окружает, к окружающему миру. И, в общем, находишься в такой атмосфере любви. Открытие нового сезона – не только возможность сходить в театр. Для самых маленьких гостей дома кукол возобновляются традиционные творческие занятия перед представлением. Кроме того, артисты-кукловоды готовят сюрприз. Дети смогут увидеть необычную премьеру – историю бабочки. Это наш автор Лив Витанги, он написал специально пьесу, но это даже не пьеса, а либретто, потому что спектакль будет пластический, и слов там не будет. Там будет пластика, там будет визуальный ряд, очень-очень-очень много кукол самых разнообразных. Для этой постановки почти год в мастерских театрах создавались особенные куклы и декорации, ведь персонажи не произнесут во время спектакля ни слова. Премьера состоится 26 ноября.